Друзья, привет! Видео снимала Fix Price на Калантай 24, Санкт-Петербург. Посмотрим новинки и полезные товары в этом магазине. Приятного вам просмотра! Сюда также доехали кролики декоративные по 149 рублей с золотыми ушками, сделанные из керамики. Также петушки и курочки по 174,50. Фильтр-кувшин для воды «Барьер», объем 4 литра, 399 рублей. И в этом магазине также есть сменные кассеты для фильтра, 249 рублей. Полезная и нужная новинка – это крем для ног с дозатором кератолический, против мозолей, натоптышей и трещин. В составе 17% мочевины, экстракт ромашки и масло чайного дерева. Производитель Флорисан, 250 мл. К сожалению, пока цены не было, только что выставили крем. Гель для стирки цветного белья без хлора, фосфатов, 900 граммов, 99 рублей. Влажные салфетки для чистки белой подошвы, 50 штук. Посмотрите, сколько привезли, много, 69 рублей. Набор ковриков для ванной и туалета 45 на 65, 38 на 45 сантиметров. Полиэстер и ПВХ. Противоскользящий низ 299 рублей. Все полосатые. Очень приятные полотенца, очень плотные и с таким ненавязчивым рисунком 50 на 70, 70% хлопка и 30% лен. Производитель город Иваново. Есть два рисунка. 99 рублей. Полотенце «Рогожка» 45 на 60 сантиметров. Хлопок. Также производитель Иваново. Полоска и клетка. 99 рублей. Поступили очень симпатичные женские домашние брючки. Прямые, широкие. Из 100% хлопка. На ощупь очень мягкие. На фланель похожи. Производитель Кыргызстан, нашла и 44 размер, 46 и самый большой 54 размер. Все штанишки в клетку, разные расцветки, 399 рублей. Карманчики не обнаружены. И вот такие еще брючки поступили здесь. Это уже трикотаж, лоси и медведи. Также хлопок, Кыргызстан, 399 рублей. На этих брюках есть сбоку один карман. Большие новые сумочки, 37 на 26 и 18 сантиметров. Ткань непромокаемая, сбоку карман на молнии. И большое отделение с подкладкой также закрывается на молнию. Длинный ремень регулируется. Есть серо-серебристые сумочки. Вот размер показываю. И вот такие бежевые. Также с отливом золотистым. 349 рублей. Это также новинка. Сумка 21 на 19 и 11 сантиметров. Верхняя ткань, как мягкая кожа, естественно, искусственная. Внутри подкладка, есть две короткие ручки и длинный ремень регулируется. Вот смотрите расцветки. Бежевые, темно-синие, серо-серебристые. 299 рублей. Щетка Йорш для мытья бутылок 35 сантиметров, 59 рублей. Новая мочалка для пилинга, длина 70 сантиметров, ширина 12 сантиметров, имеется две ручки, жесткая, состав нейлон и полиэстер. Есть разные расцветки, 99 рублей. И очередная полезная новинка – это ведро для мусора на 9 литров с фиксатором для мусорных пакетов. Очень толстый матовый пластик. Есть серые оттенки, а есть вот такие, молочный цвет с коричневым. 249 рублей, Россия. Щетка для чистки поверхностей. Можно чистить раковину, ванну и так далее. Вот эта серая часть очень жесткая. Ручка удобная, 59 рублей.
набор для кухни, 3 предмета. Посмотрите, какой здесь красивый дизайн. Баночки с вареньем, с оленями. Состав 50 хлопок, 50 полиэстер, 2 прихватки, 1 квадратная, 1 рукавичка и тряпка для уборки. Есть в клетку и лимончики, 149 рублей. Наконец он снова поступил морс в продажу, клюква, брусника и малина. Нам он очень нравится, потому что он не очень сладкий. 1 литр, 83 рубля, Москва. Решила купить себе любимые чипсы нашей семьи, кокосовые чипсы от Сан-Мартин. Шоколадных не видно, но поищу в другом магазине. Пришлось немного побегать по фикс-прайс, но все же я нашла все 3 вкуса, все 3 вида кокосовых чипсов от Сан-Мартин. Это вкусный, легкий, хрустящий перекус, который нравится нашей семье. Самый нейтральный по вкусу – это кокосовые чипсы, сладкая ваниль. Хороший состав. Мякоть кокоса и тростниковый сахар. И больше туда ничего не входит. Но самые мои лично любимые – это сливочная карамель с добавлением морской соли. Но она совершенно не ощущается. Ну, а детвора любит, конечно, кокосовые чипсы шоколадной тропики. Отличный состав. Мякоть кокоса, тростниковый сахар, какао-порошок, морская соль. Вот они такие темненькие кусочки в тарелочке лежат. Я очень люблю добавлять такие чипсы, сладкую ваниль, в греческий натуральный йогурт. А дети кладут и в кашки, и мороженое, и в молоко, куда угодно. А вообще этими чипсами все любят похрустеть просто так, как самостоятельное блюдо. К тому же это богатый источник растительной клетчатки, полезный для организма, так как это натуральная мякоть кокоса. И как же очень удобно, что такой полезный и вкусный продукт можно купить в любом магазине фикс-прайс за 55 рублей 40 граммов. Вновь поступили галоши женские и мужские, сделанные из эва, очень легкие, черные и зеленые. Пока есть все размеры, только привезли 349 рублей. Шторы для ванной комнаты 180 на 180 сантиметров, 212 рублей по карте фикс прайс. Пополнился ассортимент. Есть вот такими узорами, есть мелкую полоску, тоже симпатичные. Есть вот такие сжатые, плотненькие. Есть широкая полоска, серо-белая. Но самая плотная штора – это вот такая, ромбами. Очень толстая. 12 колец в наборе. 212 рублей по карте фикс прайс. Посмотрите, сколько привезли банок стеклянных с крышкой из пробки. По 49,50. 300 миллилитров. Также привезли очень много подставок под ложку, сделанных из бамбука, по 124 рубля, с разными картинками. Толстенькие и очень аккуратно сделанные. Белоснежное блюдо 25 на 18 сантиметров с волнистыми краями. Это опаловое стекло, 79 рублей. Но поступили масленки 20 на 15 с крышкой, сделанные из керамики. 299 рублей. Сепаратор для яиц. С помощью его можно легко отделить белок от желтка. Есть разные расцветки. 79 рублей. Магазин «Домовой» у метро «Ладожская» в торговом центре. Посмотрим посуду, товары для Пасхи и многое-многое другое. Приятного вам просмотра. Видите, пасхальная коллекция нашла. Так, вот такой контейнер с зайчиками. Яйцами 290. Маленький 150. Поднос вот такой с цветами 280. Так, а вот такая штука то для кулича и для яиц, разные расцветки, 225. Корзиночка
симпатичная. 260 рублей. Для специй. Две птички из фарфора и бамбуковая подставка. 500 рублей. Так, есть еще птичка черная и белая. Есть белочка с желудем. 460. И два мишки. 700 рублей. Все это упаковано в коробочке. Вот такое. 435, 460. Смотрите, какой красивый. 500 рублей. Солонка такая перечная. А это солонка. Тяжелая, из керамики. 595. Симпатичная. Упакована в коробочку. Нашла. Вот такое блюдо. Зайчик и цыпленок. 759. Керамика. Чайная пара. 1200. Чайник заварочный. 935. Такая же тарелка. Смотрите, какая красивая. 679. Кружка. Утенок. Фарфор. 800 рублей. Неужели? Большой поднос. Металлический. 650. Смотрите, какая кружка прикольная. 890. Такая прелесть. Подставка под яйца. Зайчик на бамбуковой подставке. Зайчик и вот такая штучка. Штучка десертная с зайчиком. 530. Странная красота. Тарелка суповая, 690 рублей. Чайная пара, 840. Салатик такой же, 790. Так, а тут набор банок с бамбуковыми крышками, 1929. На подставках, на бамбуковых. Хорошенькая декоративная штучка, но без цены. Какой зайчик. Так, нету. Ценника не нашла я. Очень красивый поднос. По 650. Такой красивый кувшин. Сейчас стоит 600 рублей. Стекло и пластик. Симпатичный керамический кувшин. Мандаринчиком с бабочками. 975 рублей. Это уже со скидкой. Стаканов называется Crazy. Вот такая скидка стоила 5000, сейчас 2800. Посмотрите, дно круглое. То есть они вот так, как волчок. Разные расцветки. Желтый, зеленый, сиреневый. 6 стаканов в наборе. 2800. Оригинальный. Золотистых стаканов 6 штук. 850. С листочками. Так, набор емкостей для масла, уксуса с лавандой. 925. Так, это банка для соли. 495. И вот такая баночка для соли с бамбуковой крышкой. Так, банка для хранения с ложечкой. 459. Такой набор симпатичный. Тут две баночки с крышками и на металлической подставке. 1000 рублей стоит. Подставка универсальная, круглая, навесная, на рейлинг. Нержавеющая сталь. 459. Вот две штуки осталось. А вот такая одна вообще. 565. Подставка под кухонные приборы. Серия Прованс. Керамика и нержавеющая сталь. 1000 рублей в коробочке. Смотрите, вот такой кувшинчик большой, керамический. Сейчас можно купить за 800 рублей. На литр 700. Набор. 4 стакана и такой графинчик с ананасами. 785. Красивые чайники. Дороговато, конечно. Вот такой с гранями, золотистый. 1720, 1680. Для специй
Так, это дерево. 480 рублей. Вот такая 425, также дерево. 840. Пластиковые 200 рублей. А тут металл и нержавеющая сталь 130. Здесь называется не соусница, а розетки. 220 рублей. А вот такая 280. Небольшая. Молочник, керамика. 420. Такая оригинальная сахарница. С золотыми. Под золото ручки. Красивая сахарница. Так, две цены. Непонятно какие. Но красивые. Сленки. Керамика. 959. Вот такая масленочка. 700 рублей. Прованс. Вот такая сахарница. 560. Вот такая сахарница. Прованс. 450. Сахарница. Смотрите, бамбуковая подставка, бамбуковая крышка. 1349. Поменьше 765. Выгодная покупка. Держатель для бумажного полотенца. 109 рублей. Нержавеющая сталь. Распродажа выгодна. Вот такая тарелка. Спираль называется. 80 рублей. Это опаловое стекло. Вот такая большая блюдо. 90. 300 рублей. Люминар к стеклу. 160. Тарелка большая. И стаканчики по 100 рублей. Да, я такое уже видела. Смотрите, тут тоже распродажа. Такое блюдо. 320. 26 сантиметров. Красные и зеленые, полосатые. Маленькие тарелочки. 200 рублей. Красные и зеленые. Глубокая 275. И салатник 275. Кружка 200. Тут тоже выгодно. Вот такая тарелка обеденная. Это керамика. 27 сантиметров. 250. Розовые и серые. Так, с цветочками. Десертная 200. Глубокая 240. А на большую нет ценника. Смотрите, какие солнечные тарелки. Так, 189 рублей. Суповая, 23 сантиметра. Обеденная 190. И десертная 150 рублей. Так, есть салатник такой же, 209. А большой 380. Красивые серии посуды со скидками. Вот люминарк, 300 рублей. Деревне понравилось. Также стекло. 285 рублей десертное. Глубокое 340. И салатник 285 серия. Это половое стекло. 230. Вот такое большое блюдо. 236. И десертная тарелка 225. Как салатник 265. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Наша прогулка продолжается. Я уже иду обратно в сторону Летнего сада и Михайловского замка. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Все, нас и натерли. Что-то никого не видно, закрыт на просушку, наверное. Вот. Хотела зайти посмотреть. Скоро там водоем запустят пару лебедей. Когда будет немного теплее. Смотрите, какие почки. Скоро лопнут и будут листочки. Закрыто. Закрыто.
Лебяжий мост. Это моя любимая лебяжий канав. Очень нравится. Такая ровная. Мраморный дворец, мы с вами там были. Михайловский сад также закрыт на просушку. Никого нет. Все чистят, подметают. Сказали, что это подснежники, но вряд ли. К Михайловскому замку. Красиво.